Всем привет, друзья! С вами Корвит, и мы находимся в Castle Story. Значит, в сегодняшнем выпуске что мы будем делать? Надо закончить стены после последнего замеса. Их тут, можно сказать, вообще вынесли подчистую. Стен нет, короче, вот. Поэтому надо с ними что-то сделать. Фиолетовый кристаллик, наверное, будем убирать, потому что мнения расходятся. Многие пишут, что он нужен для захвата вот таких вот больших синих кристаллов, но здесь на карте таких кристаллов нет. Вот. Также многие пишут, что он увеличивает скорострельность того, что попадает в его радиус. Не знаю, насколько это правда, но я думаю, что лучше его убрать, заместо него поставить красный кристалл. И вообще вот это вот все место вот здесь вот нужно будет утыкать красными кристаллами. Вот. Но перед этим надо будет сначала восстановить стены. Также мне, скорее всего, не будет хватать амуниции еще на миньонов, поэтому надо будет что-то сделать обязательно с амуницией. Камни есть, поэтому сейчас всех тогда ребят пошлем на строительство стены. Вот, в особенности тех ребят, которые тусуются у нас вот здесь. Всех, короче, будем убирать. Наверное, просто отменю, наверное, сейчас шахты, чтобы все вернулись обратно и смогли вот это все дело здесь достроить. Вот, как достроят, я не знаю, хватит ли мне. Нет, бримстоуна у меня нет, поэтому сделать еще одни вот такие кристаллики у меня не получится. Можно попробовать перенести вот эти кристаллы. Я не знаю, насколько это быстро будет возможно сделать, потому что у меня одна минута, и через одну минуту на меня нападут. Поэтому надо как-то все это сделать по-быстрому. Можно попробовать. Вот жалко, что на паузе этого всего делать нельзя. Очень жаль. Я считаю, что это минус игры, что нельзя поставить на паузу и сделать какие-то задачи, какие-то цели сделать и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас будем все очень быстренько делать. Магов пока я сделать не смогу. Разве что еще одного рыцаря. Ну, я думаю, что тоже вряд ли я успею сделать. Попробовать за одну минуту перетащить сюда вот эти три кристаллика, которые вот здесь стоят, перетащить вот сюда. И закончить стену. Вот, в принципе, и все. То есть, сейчас будем этим заниматься. Погнали. Так, вас двоих тогда. А, ну здесь 8 человек. Тут как бы все нормально, да? Здесь смотрим, что у нас. Отменить вот это дело. Так, кристаллики красные берем. И переносим их вот сюда. Раз, два, три. Окей, погнали. Так, давай, ты тоже бери этот кристаллик. И да, еще один кто-нибудь нужен. Кто свободный? Давай, 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 тоже бери кристаллик. Тоже его неси туда, куда надо. Зачем ты его поставил сюда? Не, ну, блин, отнес бы сразу куда надо. Вот ты ж... 30 секунд осталось, ребят, 30 секунд. Стенки вроде как делают, блин, очень-очень медленно. Я не знаю, наверное, не успеем мы все здесь сделать. Давайте быстренько переодеваться тогда. Давай, лучник, лучник. Лучник. 3 секунды осталось. Блин, дверь не закончили. Ай-яй-яй, плохо. Давай-давай-давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Вон они бегут. Блин, они с другой стороны идут. Вот гады. Один жирный, да, у них. И 5 маленьких. Это хорошо. Рыцарь, давай, где ты, блин, там лазишь? Так, 2 лучника. Давайте 2 лучника сюда куда-нибудь. Отлично отыгрывают наши башенки красные. Прям здорово, мне нравится. Хорошо. Хорошо отыгрывают. Здоровенный... Ой, блин, я думал, здоровенного убили, а он, блин, вот он где. Вылез, гад такой ползучий. Надо контролировать, чтобы он никого из моих миньонов не убил. Блин, вот этого начал жахать. Уходи, 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 маленький, уходи. Иди снимай, наверное, амуницию. Пускай заместо тебя кто-нибудь другой пойдет.
что-нибудь еще. Вот это вот уже уводим. Так, ну вроде его не убили, вроде живой. Все, отлично, ребят, все, получилось. Приступаем обратно к работе. А, подождите, что-то я нажал не то, по-моему. Так, идем к работе, приступаем тогда. Блин, а почему у них красное горит? Я что-то не то нажал, видимо, да? Так, ладненько, давайте не будем тормозить. Давайте все это быстро так сделаем. Лучников скидываем. Рыцаря скидываем. Еще одного рыцаря скидываем. Вот, надо теперь вот это все здесь зачистить. Пока нажмем вот так отмена. Теперь вот это все надо почистить здесь. Чтобы камень не собирался. Применить окей. Блин, 5 минут, надо все это как можно быстрее сделать. Вот эти стоят, блин, я что-то сделал, теперь они не хотят работать, видимо, или я не знаю. Ага, все, вот. Все нормально. Так, больше никого призвать не могу. Нет бримстоуна у нас, дерево, камень есть, то есть с этим проблем нету. Давайте тогда сделаем лучников еще, наверное, да, сделаем одного лучника и одного танка. Один лучник тогда пускай делается и один танк. Так, что у нас здесь? Выкопали ли на ту сторону? Нет, не выкопали еще на ту сторону. Тогда, я думаю, надо выкапывать. Продолжать делать шахту здесь. Туннель. Ставим туннель. Вот здесь, да? И, блин, ну бери же ты. Ну какой же, вот что ж так сложно-то все? О, и на ту сторону. Вот так, почти выкопали, там чуть-чуть осталось, в принципе, так что нормально. Нормально, сейчас, я думаю, это все сделают по-быстрому. Так, здесь у нас что, башни перенесли, больше башен нету. Надо достраивать стены, надо делать их в 3 ряда, чтобы все это было красиво и обалденно. Так, здесь тогда вот так вот ставим стеночку. Вот здесь еще, да. Там внизу нет возможности, да, поставить. Окей, применить. Давайте восстанавливаем здесь. Это мы убираем. Убираем. Так, теперь берем дверь. Дверь вот сюда. Две двери можно здесь поставить, интересно? Нет, две двери здесь нельзя. А хотя можно так попробовать сделать. Две двери и... Давайте их отдельно, пускай они их строят. И вот здесь вот все тогда вот так вот еще сделаем камушком. В 2 ряда, да? Или в 3. Я думаю, в 3 получится сделать. Вот так вот. И будет неплохо. И здесь тогда тоже вот так вот еще сделаем. Будет еще один ряд у нас. Вот так вот. Неправильно сделал, здесь неправильно. Так, проложим до конца. Здесь вот так вот кубик. И погнали. Вот таким вот образом делаем еще одну третью стенку, где тоже будет у меня стоять. Они тут не смогут? Нет, не смогут они высоко подняться, слишком высоко для них будет. Так, и здесь тоже дверь. Тоже вот так сделаем дверь. Одну и вторую, наверное, сделаем. И еще камушков. Еще камушков докинем. Камней вроде много, так что я думаю, проблем с этим не будет. Можно вот так сделать блок. Во. Отлично. Все. Окей, применить. Пускай все это дело строит. 2 минуты 20 секунд. Так, 6 лучников. И, блин, а почему только 3 рыцаря? Я рыцаря не начал делать, что ли? Или у меня не хватает ресурсов? А, у меня не хватает ресурсов, нет металла. Металл я сделать не смогу, у меня бримстоуна нету. Печально. Так, здесь тогда отмену делаем. Бримстоун вот тут есть, можно немножко вот здесь вот, допустим, сделать небольшой такой туннельчик, например, да? Тут вот просто сразу как бы его видно. Вот так вот. Например, прокопаем. Вот,
вот, и заберем оттуда немного бримстоуна. Здесь вот тоже есть бримстоун, но здесь я не хочу копать. Будем выходить вот туда, надо сделать дырку. И выходить на ту сторону. Здесь вот есть и бримстоун, и железо, и камень. Все довольно неплохо. Так, бримстоуна, кстати, уже немножко натаскали. Что у нас здесь? Сюда надо всех ребят послать. Чтобы они занимались стройкой. То есть всех, кого возможно, всех послать на строительство вот здесь вот. Все занимались сейчас строительством. Давай, ты тоже сюда иди. Надо все это дело строить как можно быстрее. Времени просто не остается. Они, я не знаю почему, но не хотят заканчивать здесь дверь. Двери заканчивать никто не хочет. Может быть, вот так надо было сделать? Непонятно, непонятно. Кирк почему-то ничего не делает. Видимо, какого-то ресурса мне не хватает на двери, или я не знаю, в чем может быть дело. В принципе, дверь же делается из дерева, да? Да, в общем, с дверью какая-то проблема. Дверь почему-то делать никто не хочет. Возможно, не хватает какого-то ресурса. Так, ну тут вроде как все уже докладывают. Надо тогда всех ребят брать и делать из них воинов. Все, пускай идут переодеваются. Все, уже сейчас на нас должны нападать. Пока не видно, конечно, врагов. Но я думаю, что они вот-вот уже... Вон, они уже бегут. Они уже здесь. Ах ты ж здоровенная фигня, стреляющаяся. Ой-ой-ой-ой, так страшно по нему стрелять. Не-не-не-не-не, давайте-ка вы, наверное, вот сюда бегите. Наверх. Будете оттуда вас стрелять. Надо башням помочь немножко разобраться с ними со всеми. Ворвался один, да, гад мелкий. Так, достанут, интересно, они отсюда вот по вот этому. Нет, не достанут. Достанут только трое. Ну пускай хотя бы трое по нему стреляют, а остальные тогда займутся вот этим. Займутся вот этим откуда-нибудь, я не знаю откуда. Ага, все. Одну дверь сделали, кстати. Да, одну дверь сделали. Но это на все, что... Это все, на что они были способны почему-то. Блин, больно... Больно бьет. Довольно больно. Так, Гила уводим. Уводим, уводим, уводим. Уводим. Ну давайте, чуть-чуть осталось у него. Немножко, да бейте уже. Вы что стоите, блин, дебилы? Стреляйте по нему. Ну-ка, 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 ну-ка. Отлично, все. Так, всех переодеваем. Отразили нападение, здорово. Всех переодеваем теперь. И посылаем дальше на ремонт. Очень много здесь надо ремонтировать. Ремонтировать, строить, короче, делать надо очень много всего. Применить, окей. Так. Давайте всех сюда сначала. Давайте вы все вместе все это дело сейчас здесь соберете. Я думаю, это будет очень быстро, за один разик. Я думаю, вы все сделаете. Вот, остальные все тогда будут уже делать двери и все остальное. Двери, стены и все остальное. Вот здесь бы еще можно было бы сделать такой подъем, да, вот сюда. Здесь вот тоже все застроить такими вот... башенками, но дело в том, что нет бримстоуна, его очень мало. Вот. Поэтому я думаю, что надо сначала где-то этот бримстоун взять, а потом уже делать все остальное. Так,
Что у нас по строительству? По строительству надо вот здесь вот ремонтировать стеночки, которые они сломали. Так, вот так делаем. Вот так. Там ничего не поставлю. Применить, окей. Так, ну, тут вроде все носит... А, металл здесь нужен. Чтобы сделать двери, нужен металл, да? Металла у меня не было, потому что не было бримстоуна. Вот оно в чем. Вот оно в чем дело. А вот здесь нам нужна лестница. Лестницы нет, они не могут подняться наверх. Вот здесь вот нужна лестница. Вот так вот. Применить, окей. Все, двери есть, как бы стеночки стоят, все хорошо. Я бы, знаете, еще что сделал, ребят? Я не знаю, правда, насколько они адекватны. В игре есть капканы. Я их как-то один раз ставил, но что-то как-то не заметил никакой от них пользы. Вот. Можно попробовать тоже поставить капканы, как только появится такая возможность. Вот здесь вот, да, чтобы они, допустим, будут заходить, будут тут кучковаться и попадаться в мои капканы. Здесь, по-моему, даже есть возможность построить еще одну такую линию. Вот, сделать еще один такой, как бы, ну, для этих гадов ползучих. Вообще, если все это дело утыкать вот так вот такими вот башенками, я думаю, будет вообще все здорово и прекрасно. Но пока ресурсов для этого всего нет. Так, давайте тогда добывать бримстоун продолжать. Здесь вот добыли, да, там сколько было. Что у нас здесь с шахтой? В шахте ребята работают, да? Вон они уже почти вылезли. Или даже... А, уже, по-моему, даже вылезли. Уже, по-моему, вылезли наружу. Где они? Вон они. Да, все, они вылезли у нас наружу. Даже прокопали здесь землю. Ставим вот так бримстоун. Сейчас всех сюда пошлем, короче. Применить, окей. Так, металл тоже так же всех сюда пошлем. И, ну, камень пока трогать, наверное, не будем. 8 человек сразу бегут у нас за бримстоуном. Вот это мы убираем тогда. Туннель. Все бегут. Все ломятся. Говорят, где мои желтенькие кристаллы? Дайте мне желтеньких кристаллов. Прикольно, прикольно. Главное, что вот тут... А нет, подождите-ка. Тут немножко не достроили. А, они туда, наверное, не могут подняться. Да, они, наверное, сюда просто... Хотя они могут подняться с этой стороны. А ну-ка, давайте посмотрим. Блок стоит здесь, да? То есть, видимо, не хватает лестницы, чтобы туда подняться. Вот так, если мы сделаем лестницу, тогда подняться они смогут. Вот. Ну и не мешало бы, конечно, еще один сделать уровень. Тоже вот так вот, допустим, все застроить здесь. Ну, наверное, пускай они сейчас пока займутся действительно добычей бримстоуна. А потом уже тогда будем достраивать. Потом уже будем достраивать. Бримстоун нам сейчас очень нужен. О, у меня башня одна есть, которую никуда не поставили. А давайте ее поставим. Давайте поставим ее. Так. Вот сюда, допустим, да? Или, я не знаю, если ее сюда поставить, она будет отсюда стрелять. Она, по-моему, чуть-чуть на возвышенности. Чуть выше, получается, стоит. Возможно, сможет стрелять. Ну, лучше я, наверное, ее поставлю куда-нибудь вот сюда. Вот так, да, одну еще вот сюда, одну вот сюда. Ну, это если будет уже такая возможность. Одну вот сюда. Вот так вот. Четыре башенки надо будет еще сделать. Бримстоуна, бримстоун есть, то есть его, в принципе, сделали. Три вот такие башенки еще надо сделать. Вот так вот. Что у нас по рыцарям? Четыре... Одного щита нет. Нету щита. Непонятно почему. А, возможно, он есть, только он лежит в другом месте. Надо посмотреть получше. Вот он просто здесь валяется, оказывается, рядом. 30 секунд осталось, ребят, так что все. Тогда сейчас все вот это скидываем и идем переодеваемся. Этот у нас... Эти у нас почему-то бегут без ничего. Видимо, там закончились ресурсы. Ну, видимо, да. Видимо, ресурсы закончились, поэтому... Ах ты ж, блин, зачем ты взял металлический слиток? Так, сюда. 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 Сюда.
лучников выставляем. С той стороны нападают. Лучники, наверное, никак до туда не достанут, да, поэтому придется бежать вот сюда вот так, вручную. Ни одного здоровенного нету, все обычные, маленькие, средние, поэтому я думаю, что мы без проблем сейчас с ними тут справимся. Вот сюда. Так, вас тогда выставим вот сюда. Тебя давай вот сюда. Тебя вот сюда. Вот так вот. Тут и башни стреляют, лучники, правда, ни по кому не попадают вообще. Вообще ни по кому. А если, допустим, вот по вот этому, по дальнему? Оп. Ну, хоть по дальнему. Тут уже рыцари врываются тоже. Ну, я думаю, что этих раскидаем быстро. Они, в принципе, без своих офицеров, так скажем, да? Поэтому я думаю, что мы их сейчас раскидаем без особых проблем. Давай-ка ты, наверное, тоже вот сюда. Ой-ой-ой, тут всю стену сломали, обалдеть. Сломали полностью всю стену. Все, что можно было, все сломали. Лучники не стреляют, точнее не стреляют, но не попадают ни по кому. Поэтому надо их, короче, как-то уводить, наверное. Не хотят они отсюда уходить почему-то. Лучники, вы чё, блин? Они не могут пройти здесь, что ли? Или чё за прикол? Они не могут пройти. Хо-хо-хох. Так, а у меня остался один, да? Чувак, ты мне нужен. Надо здесь сломать дерево, а то тут какая-то жопа. Вот это дерево надо сломать. Замуровались, короче. Так, давайте тогда бежим, вот это все дело прячем. Здесь тоже рыцаря берем, вот так вот прячем. Лучников тоже прячем. Так, ну и надо будет вот это все делать сейчас. Ух, ни хрена себе тут сколько хаоса. Вот это все надо в первую очередь сейчас расчистить. Применить окей. Давайте все сюда, кого только можно. Так вот, 8 человек, все сюда. Вот, и надо будет тогда возводить стены дальше. Но здесь еще много всего валяется. Надо все это собрать, друзья. Давайте, пока вы это все не соберете, стенку делать не будем. А, вот здесь вот надо, я думаю, знаете, что сделать? Какой-нибудь что-то типа вот такого вот. Допустим, вот так. Вот так. И вот так. Ну и еще выше, да? Все это дело вот так вот поднять. Сюда будем тогда ставить лучников, потому что они стреляют в землю и не попадают тупо просто по врагу. Поэтому здесь надо сделать что-то наподобие вот такого вот сооружения. Вот, ну и естественно туда поставить лестницы. Поставить туда, естественно, лестницы. Я даже не знаю, блин, как их туда поставить, так чтобы они не мешались. Наверное, не так. Наверное, как-то вот отсюда. Вот так, да, только придется вот эти деревья убирать. Придется деревья убирать. Ну ладно, давайте тогда ты убери вот это дерево, ты убери вот это дерево. Вот, тут все почистили, да, все камни убрали, все здорово. Тогда это мы отменяем. Здесь тогда мы продолжаем все достраивать. Достраивать, застраивать, в общем, делать высокую-высокую стену. Чтоб никто не мог сюда ворваться. Вот это все. Вот так вот. В три уровня. Применить окей. И, блин, 3 минуты осталось, ребят. 3 минуты. И вот здесь тогда поставим еще ремонт. Ладненько, друзья. Думаю, что на сегодня тогда закончим. На следующем выпуске продолжим строить вот эту стену для лучников. Вот. И все это ремонтировать, и все это заканчивать. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте ставить лайк. С вами был Корвит. Всем удачи. Всем пока-пока.